Всем привет! Я сегодня записываю обзор этого замечательного альбома, который я доделала в воскресенье и который, в принципе, скоро уже отправится к своей заказчице. И хочу сказать, что я очень довольна тем, что у меня получилось в итоге. Я даже не ожидала такого результата, и мне его не хочется отдавать. Но, наверное, это даже правильно, когда мастер чувствует и такое... Знаете, единение со своей работой, когда ты чувствуешь, что это прям вот твоя работа. Как будто ты для себя ее делаешь, вкладываешь всего себя. И поэтому, как мне кажется, это идеальное сочетание, чем штамповать что-то такое, ну, не знаю, просто потому, что нужно. Вот. А эта работа, мне ее хотелось сделать. То есть просто я когда соглашалась, я... понимала, что это вот заказ для меня, да, потому что если бы что-то было другое или просто альбом, я бы подумала, может быть, даже отказалась. Замечательно как-то у меня получилось подобрать цвета, и в итоге все вышло очень хорошо, хотя мне в процессе пришлось немного менять, не концепцию, подбор бумаги, скажем так. Итак, альбом у нас 20 на 20, у него влазит порядка 50 фотографий, плюс различные карманы и конверты. И что я хочу сказать? У меня как-то какое-то волнение, как будто первый раз обзор записываю. И изначально я собиралась сделать его в таких же цветах, но с бумагой, которая называется «Я люблю кильку» от Meister Painter. И когда я села вырезать элементы вырезные для альбома, я поняла, что мне эта коллекция не подходит. Она слишком детская. Нет, даже не могу вам сказать. Просто не подходит. И я начала перебирать свою бумагу, какая у меня есть, так как заказ был именно на альбом с котиками. И я была привязана к этому. Я перебрала всю свою бумагу с котиками. Даже подумывала делать из бумаги график 45. Это Raining Cats, да? Вот помните это. И я перебирала, перекладывала. Мне хотелось оставить в оранжево-синих цветах. И нужна была бумага, которая подойдет в эту тоновую гамму. И как итог, я просто... случайно наткнулась в своих залежах бумаги на бумагу Soulmate от пятницы 13 и на несколько листиков Тимут, вот с котиками вы можете увидеть, из коллекции «Что-то там мы вместе» или, ну, как-то так она называется. И я, если честно, вот у меня прям все сложилось буквально там за 20 минут, да, то есть я села, взяла один лист из коллекции Soulmate с цветами, вырезала их, это получились как бы вырезанные элементы, вот, да, и подобрала бумагу и поняла, что это супер, это ложится на тот кардсток, который у меня был куплен, это ложится в эту тоновую гамму, это ложится вообще в саму концепцию альбома, потому что это мужской альбом, это для кота, мальчика, вот, и поэтому, в общем, оно так вот как-то пришло мгновенно, да. И я поняла, что надо делать. И я начала делать. Итак, что у нас на обложке? На обложке у нас, как всегда, цветы от Юли из Нарвы. Очень она меня даже не то что выручила, она пошла мне навстречу. И когда я сказала, что у меня нет цветочков под этот альбом, и что мне нужны оранжевые цветы на обложку, она просто села и сделала мне их, да, и прислала. Я показывала в влоге, и вы понимаете, да, человек просто сел и сделал для меня цветочки. Юля, огромное тебе спасибо, с меня просто причитается подарок тебе за это. Спасибо, что ты меня вдохновляешь своими замечательными цветочками. Вот, и тут как все всегда, все как всегда. Так, Басик, выходи. Давай, пошел. Тут, в принципе, все как всегда. В стиле Маргун, да, вы понимаете. Альбом был, заказ был именно на альбом в стиле Маргун. Поэтому все, в принципе, уже виданное, ничего экстраординарного нет.
И на обложке у меня, значит, вырезалки из коллекции Soulmate, бумажка, то, что я уже называла, да. Плюс я из картстока, это не жемчужный картсток, это просто картсток, просто был куплен специально в тон, чтобы подходил темно-синий и оранжевый для элементов, и я прогнала их сначала с папкой для эмбоссинга, а затем вырезала круги и их немножко красиво украсила, господи, что я говорю, я просто их украсила восками от Примы. И получились замечательные акценты. Рамочка, кстати, вот эта, это тоже Юля не сделала, прислала вместе с цветочками. Очень она сюда в тему подошла. Плюс я использовала посыпушки, которые мне пришли от Финабэйр с магазина Крафтельер. То, что я собиралась изначально, да, и они классно сюда легли, прям в цвет. Плюс немного пудры для эмбоссинга. Просто покапала 3D гелем прозрачным, посыпала вот так пудрой и запекла, да. Цветы эти замечательно выдержали все издевательства. Они, кстати, тканевые, и, как Юля сказала, они тканевые, окрашенные красками для ткани, то есть они не должны линять. И да, они выдержали все полностью, то есть я грела здесь феном для эмбоссинга, чтобы пудра запеклась, и цветочкам ничего не стало, и они как были живые, так и остались. В общем, красотища неимоверная. Не знаю, наводится ли или нет. Я снимаю на полтинник и не уверена, что он хорошо наведется. Но в любом случае, я еще буду отснимать фотографии. У нас сегодня пасмурно, я буду ждать солнца. Хочу еще красиво отснять фотографии этого альбома, вот, чтобы у меня остался на память. Усложняла фон я красками от фабрики Декору и своим новым трафаретом от Финабэйр, который я купила у нас в магазине здесь. И краски здесь у меня, если не ошибаюсь, голубая, это был шевелюр, а оранжевая и темно-оранжевая, которая будет на оранжевых разворотах, это у нас рустик, да, все от фабрики Декору. Вот, и они такую дают шурупатенькую структуру, и мне очень нравится, что оно такое не гладкое, да. Дополнительно восками здесь ничего не делала, потому что это не нужно, да, в принципе, хватает акцентов блестящих, и этого достаточно. Вот, плюс, естественно, штампинг, это мой любимый штамп от Kaisercraft с просто такими кошачьими словами, и, естественно, тот же штампик из той же коллекции с лапками кошачьими. В общем, как-то так. И корешок я сделала из металлика, кожзама металлик оранжевого цвета. Он супер подходит просто к этим оранжевым акцентам и к оранжевому развороту. Я его прошила. Я обычно так не делаю, но в этот раз решила прошить просто потому, что мне так захотелось. И какая-то, знаете, такая строгая завершенность получилась у альбома. Плюс на обложке у меня странички отрезаны чуть поменьше, чтобы была такая вот рамочка. Просто для красоты. Никакого она смысла особого не несет, но красоты какой-то добавляет. Вот. И тут у меня задняя обложка у нас. Так, и здесь у меня просто украшалка вот такая. Картсток для основ я использовала, если честно, я не помню граммаж, по-моему, 270 или 300 граммов, то есть достаточно плотный жемчужный картсток одной и той же фирмы, оранжевый и синий, чтобы не отличались они по структуре, и было хорошо с ним работать на самом деле, он такой очень качественный. Я довольна, собственно, своей покупкой этой, хотя долго выбирала, какой выбрать, да, то есть никак не могла определиться. В принципе, синего картстока у нас не так много на выбор, да, как бы, и оранжевый тоже фактически один был. Вот, но в итоге я решилась, и мне, я рада, что я выбрала именно эти цвета, они замечательно просто... Они просто замечательно легли в эту работу. Итак, давайте посмотрим внутри теперь. Так, вот такие развороты. Сейчас я... Вот так вот. Такие развороты. Здесь у меня кармашек и мостик. Мостик у нас, естественно, сквозной. Вот, видите, да? Конвертик с котиками. Это из бумаги Тимут.
И такую я здесь скрипочку поставила, чтобы было чем закреплять. Вот. И вот так. Так. Разворот у меня достаточно классический, без какого-то особого фанатизма. Все на магнитиках. Магниты довольно сильные, поэтому все должно хорошо держаться, даже с учетом фотографий. И вот так раскрывается у нас, да. И закрывается. И тут у нас такой разворот. Вот. И здесь у нас карман, да, то есть он не сквозной, а карман изнутри. Можно просто фотографии положить, а можно конверт, можно что угодно, в принципе, да, какие-то памятные штучки, дрючки и записочки. Так, здесь у нас оранжевый разворот. Оранжевый разворот выглядит ярко благодаря своей основе. И тоже мне очень нравится. Так, здесь у нас вот так открывается. Тоже классический разворот, без каких-то потайных мест. Здесь у нас открывается туда. Так, такой разворот. Этот разворот тоже классический, без потайных мест. Здесь у нас открывается вверх. И здесь у нас открывается тоже вверх. И последний разворот, посложнее. Здесь у нас открывашка, просто открывашка. И, соответственно, вы видите, что здесь есть место, как здесь разместить фотографию, так и тут. Вот. А здесь у нас такой похитрее немножко разворот. Раскрываем в эту сторону. Открываем в эту сторону, и тут у нас тоже есть места для размещения фотографий. Плюс у нас есть крохотный кармашек вот здесь, в который можно засунуть что-нибудь, либо оставить этот тежик, который я тоже приготовила. Вот, с котиками. Вот такой разворотик. Я довольна этим альбомом, прям очень-очень. Мне его искренне жаль отдавать. И я рада, что он понравился заказчице, и я надеюсь, что когда она увидит видео, она не разочаруется, потому что я только послала фотографии с телефона, которые я сделала по-быстрому. Вот, и я сама очень довольна, я не налюбуюсь на него, он у меня стоит пока на полке, я его еще не запаковывала и не прятала, и пока я его не отошлю, буду на него любоваться и трогать его. Я понимаю, что, наверное, это не очень правильно так себя нахваливать, но, понимаете, когда мастер доволен своей работой, мне кажется, заказчик тоже будет доволен, когда искренне доволен, да, то есть мастер не просто кичится своим каким-то успехом, а вот искренне понимает, что в этот раз получилось все просто восхитительно. Вот, в общем, да, это восхитительный альбом, и я надеюсь, что это не последний такой альбом, и у меня есть пара задумок, которые я буду делать в подарок. Я уже решила точно, и буду приступать тут скоро-скоро, и, может быть, даже буду снимать это дело, вот, но, естественно, потом выложу уже, когда подарю. Вот, но у меня на этот альбом меня вдохновил на следующие альбомы, да. В общем, большое спасибо моей таинственной заказчице, вот, и за такую возможность вдохновиться собственной работой. Вот. Если у вас какие-то вопросы по этому альбому есть, да, то есть по материалам каким-то использованным, вы можете спрашивать, я отвечу, все в комментариях, потому что как-то я не очень умею рассказывать про использованные материалы. А сразу вопрос, наверное, будет, на что я клеила. Все, что здесь приклеено вот здесь, то есть элементы, да, клеено на ново, включая корешок, а уже сами листы, сами странички к альбому я клеила на клей ПВА. Обычный ПВА из строительного магазина, который мне Саша купила. Вот я им все еще пользуюсь, да, как бы большой банкой. Главное, без фанатизма, да. Единственное, что я поняла, это вот уже какой четвертый альбом у меня, да, и я поняла, что на металлик, вот этот от Примы, да, вот которым я крашу края картона, на него довольно тяжело клеится. То есть очень нужно
прижимать, долго держать, любой клей, причем, вне зависимости. Причем я пробовала клей Fortis, по-моему, который для бумаги, он вообще не приклеил. То есть у меня все отвалилось. Вот, и я не стала рисковать, не в этом альбоме, а в другом. Вот, но там тоже были края покрашены металликом от Примы, да, и он просто не лег, клей не схватился. Видимо, акрил этот, он закрывает поры, да, и клею не за что прихватить там. Вот, но в итоге как бы все нормально приклеилось, я держала зажимами и просто проходилась по нескольку раз пальцами, когда клей немножко полимеризировался, да, и, в общем, можно было его более липким становился, и можно было его приклеить лучше. Вот, в общем, как-то так. А, да, а все остальное клеила на Nuvo, благо я сейчас Nuvo купила, и мне он в количестве достаточном, и я пользуюсь этим моментом, мне он очень нравится. И да, на момент я не клеила уже, наверное, года полтора ничего. То есть я все клею фактически на ПВА. Потому что Nuvo это тоже ПВА, просто у него, я так понимаю, какая-то определенная консистенция, которая позволяет, и там количество воды может быть, да, я не знаю, это же на водной основе клей, вот, который позволяет ему быть супер липким и держать все там, знаете, хорошо, и не вести бумагу там, в общем, такие вещи. Я там не знаю насчет состава, но вот, да, то есть мои два фаворита на данный момент это Nuvo и просто строительный ПВА. Такие дела. Надеюсь, вам понравился этот альбом, буду ждать ваших отзывов. Большое спасибо, что смотрите. Пока-пока.